Важное у нас сейчас действие. А здесь, если тоже раздевайтесь. Давайте мы сейчас поближе. Марин, тоже можно? Да. А. Я просто хочу справить, чтобы можно было... Вообще. Не-не-не. Тоже нужно здесь, нужно здесь. Матушка. Марин, подходи сюда, да. А здесь вы сидите? Да, да. Вот сюда, да? Да, да. Показывай, да. И вот мы сейчас, перед самым началом семинара, у нас есть важное такое мероприятие. Потому что наш брат, возлюбленный Сергей из Кишинева, он не сможет быть до конца, поэтому мы его благословим пораньше. И благословим его дорогу, но самое главное даже не это. Потому как он как диакон начнет свой труд уже как диакон в Кишиневе. Община небольшая, но будут расти братья и сестры. Я их посещу в начале мая в Кишиневе, потому что буду опять-таки их в Румынию. С Киева, и по дороге надо обязательно заехать к вам в Кишинев и вас поддержать, и благословить, и, значит, и может тоже провести такой одно-двухдневный, там, трехдневный семинар, какое-то общение такое, чтобы было, помолиться за людей, чтобы они видели, что вы не одни, что мы вместе. Вот, и в своих молитвах вспоминайте диакона Сергея, вспоминайте людей, хотя мы многих не знаем еще в Кишиневе, но это наши братья, сестры. Будем молиться, чтобы Господь прилагал спасаемых к церкви. Это домашняя церковь, но приходит время, когда домашняя перерастает в такую же церковь, полнокровную. И у нас тоже здесь в Киеве начиналось через домашнее такое общение. И Господь благословлял постепенно, шаг за шагом, так вот, стали расти. Слава Богу. И самое важное, конечно, это не то место, где мы собираемся, в доме, квартире или в храме, или вот арендованном таком помещении. Самое главное, чтобы мы знали, что церковь Христова, церковь Божья – это живые люди. И что она создается из живых камней. Как на Руси говорили Нил Сорский, Васян Патрикеев, другие заволжские старцы говорили, что храм не из бревен, а храм из ребер. Вот, живой человек, еще там говорили, храм Божий обшит кожей. То есть вот живая душа, живой человек должен быть храмом Божьим. И апостол Павел пишет, разве не знаете, что вы будет храм Божий, Дух Божий живет в вас. И пусть Господь, Он благословит, и пусть Дух Божий живет в вас, пусть Дух Божий живет верующих там в Кишиневе, и пусть Господь благословит, и я надеюсь, что и вот отец Иоанн Артений тоже он будет посещать, ну, конечно же, Богдан, епископ Богдан Ивенеско, он будет посещать, потому что он, в общем-то, сегодня не только румынский, но и молдавский епископ, потому что у нас пока нет в Молдове пока никого. Вот вы будете как первые ласточки, первые вот эти как раз вестники, первые служители в Молдове, потому что начиная с Иоанна Артений, с него начиная, да, понемногу, шаг за шагом, вот мы молимся, благословляем Молдову, и Бог что-то совершает. И благословляем Свету, да, вашу супругу, значит, и благословляем как миссионеров. Я надеюсь, что вот как раз в мае, в начале мая буду благословлять еще братьев и тоже Светлану тоже, потому что, знаете ли, это неразрывное служение. И пусть Светлана будет вашим помощником и вашим в этом новом уже служении, в новом формате. Потому что одно дело миссионер вот просто в костюме приехал, да, допустим, другое дело уже в подряснике, уже как диакон православной реформаторской церкви. И Господь будет благословить вас. И помолимся за Сергея и Светлану и пожелаем им то, что на самом деле, чтобы Божьей воле исполнялось в их судьбах. Мы благословляем и просим милости Господней. Самое главное, милости Господней, благословения Божьего. Мы люди, мы попросим, благословим, но и поливающий, и насаждающий ничто, а все Бог возвращающий. Аминь. И если не трудно, можно на колени опуститься, да, да, да. Давайте подойдем, помолимся вместе. Протяните руки, благословите. Господи, благодать Твоя, Господи, она с нашим братом. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты нашего брата, Господь, сохранил до сего дня. Господь, Ты вел его по жизни. Ты, Господь, дал ему пережить Твою благодать, прощение, милость Твою, Господь. Ты дал ему получить хорошее образование, Господь, в библейских школах, колледжах, Господь Божий. И я прошу Тебя, Господь, пусть те знания, что, Господь, библейские учителя дали ему, Господь Божий, и Слово Твоего,
Пусть эти знания будут, Господь, использованы им, Господь, для созидания, для спасения грешников, для просвещения народов. Господь всемогущий, благослови, Боже. Но самое важное, Господь Боже, пусть благодать Твоя споспешествует ему, Господь. Пусть, Господь, Дух Твой Святой, Господь, споспешествует, Боже. И чудесами и знамениями сопровождая проповедь Слова Твоего, Господь. Пусть сердца молдаван, сердца русских, румын, украинцев, все, кто проживает там, Господь, кому будет Сергей и Светлана будут говорить, Господь Боже, пусть сердца их будут открыты, Господь, для Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Предлагай спасаемых в церкви, Господь, Боже всемогущий, и мы благословим нашего брата, Господь, и храни и оберегай его в дороге, Господь Боже. В его лице сейчас мы благословляем наших братьев и сестер там в Кишиневе, Господь, в Молдове. Боже, благословляем его лице сейчас всю его семью, Господь Боже, благословляем Светлану, Господь, его супругу, благословляем, Господь, во имя Иисуса Христа, и желаем, Боже, чтобы в их судьбах исполнялась Твоя святая воля, Боже всемогущий. И то служение, которому Ты призываешь сегодня Сергея, Господь Боже, которому Ты призывал его, и сегодня, Господь, по милости Твоей, в котором вступает, Боже, да будет успешным, Господь Боже, во славу великого имени Твоего. Господь, избавь, Господь, от лукавого, не веди в искушение, Господь Боже. Храни, Господь, оберегай от непорядочных лукавых людей, Господь. Боже всемогущий, пусть наш брат, Господь, будет мудрым, Господь, твоим служителем, Боже, верным служителем, Господь. Благослови, Господь. Боже, благослови всех друзей его, Господь Боже. И, Боже, дай покаяние врагам его, Господь Боже, во имя Иисуса Христа. И, Господь, и люди, замышляющие злое о нем, Господь, да не будут успешны, Господь, во имя Иисуса Христа. Всякое оружие, да не будет, Господь, успешно сделано против него, Господь. Потому что тот, кто в нем, он больше того, кто в мире. Ты, Господь наш, Иисус Христос, живешь в его сердце. Храни, оберегай нашего брата, Господь Божий. Благоставляй благоставляющих его, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. И, Боже, по молитве мы... Боже, предаем в Его в Твои руки, святые Господь Боже, в руки Твоей благодати, Господь Боже, Духом Твоим Святым, Боже, помажь, Господь, нашего брата. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. И Господь, как послан Тобой, Господь, как епископ церкви, я власти Твоей мне данной, благоставляю моего брата, возлюбленного Сергея, как диакона православной реформаторской церкви в городе Кишиневе, Господь, и в Молдове. Боже, да будет труд его успешен, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Пусть Господь благословит, сохранит, благословит. Слава Богу. Оставляйте, брат. Слава Богу. Господь благословит. Аллилуйя. И тоже теперь молитву будем вспоминать брата нашего Сергея, сотрудника. Да, на ниве Божьей. Слава Богу.